Уважаемые друзья, судя по количеству просмотров предыдущего моего обращения, вам оно понравилось. И по количеству перепостов я понял, что тему я затронул очень важную. Я рад, что вы меня услышали. Я думаю, вы сделали выводы от того, что увидели. Я сожалею, что в последние дни вам приходится читать и слушать самые невероятные истории про меня, про членов моей команды. Поверьте, это закончится через несколько дней. В понедельник мы все будем улыбаться за это. Улыбаться и благодарить друг друга за сотрудничество, за то, что мы сохранили команду и те ценности, которые она несла и несет. И за это я вас уважаю. И мои неуважаемые оппоненты, прекратите искать и обзванивать типографии для распечатывания очередной чернухи. Прекратите нести на сцене так называемых дебатов ересь. Вы должны вести кампанию так, чтобы в понедельник друг другу можно было посмотреть в глаза. Подумайте, вы сможете смотреть в глаза мне и моей команде, которая представляет интересы 81-го округа? Поверьте, я в этом глубоко сомневаюсь.